Масштабное зрелищное театрализованное представление. Все, как и положено в День города. Перед жителями и гостями промелькнули яркие моменты истории Бобруйска. Его взлеты, падения и достижения. Все сопровождалось красочным действом. Праздник не обошелся без перформансов. На раритетном автомобиле прямо на площадь подъехали люди в форме. Четыре человека поднялись на сцену. Оказалось, такой сюрприз подготовил градоначальник с коллегами. Александр Студнев вместе с Викторией Милюсик, Ольгой Жук и Игорем Киселем исполнили знаменитую песню из кинофильма «Белорусский вокзал». Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Историческую летопись сменил парад промышленной техники и обзор достижений города в разных отраслях. Представление, яркие моменты нескольких десятилетий и современный Бобруйск. Поздравить бобруйчан приехали почетные гости из столицы областных центров. Среди них губернатор Могилевской области Леонид Заяц и наша землячка Лидия Ермошина. Я думаю, что бывших бобруйчан, как и бывших разведчиков, не бывает. И пусть сила нашей любви, нас, бобруйчан, сделает так, чтобы этот город процветал, чтобы молодежь оставалась и работала в нем, чтобы граждане были счастливы. В день рождения города лучшие трудовые коллективы и десятки специалистов из сферы образования, промышленности, спорта и культуры были награждены почетными грамотами и благодарностями, а трое наших соотечественников удостоили звания почетных граждан Бобруйска. В этом году счастливчиками стали Михаил Рыбяковский, Владимир Овчинников и Александр Худалеев. Можно сравнить, когда мои спортсмены поднимаются на пьедестал почета чемпионата Европы, мира, Олимпийских игр. Тогда такое же трепетное отношение, как и теперешнее состояние. Огромное спасибо руководству города за оценку моего труда и за то, что я являюсь почетным гражданином нашего города. Та награда, которая местная, своя, она как-то дороже и как-то... Чувствую себя очень волнительно и ответственно. Ну, надеюсь, что я, хотя уже и возраст, постараюсь оправдать то доверие, которое мне оказывает город, городские власти. Я люблю Бобруйск, я люблю бобруйчан. Здоровья всем и всех с праздником. Родной любимый город, тот, который меня воспитал. Город, с которым связаны все яркие эмоции, воспоминания, детские мгновения. Поэтому... Наверное, нет ничего приятнее, чем вот оценка именно жителей, оценка руководства города. Для меня это очень почетно и волнительно. Отметить день рождения города собралось немало жителей и гостей. Некоторые специально приехали на центральную площадь, чтобы разделить праздник с бобруйчанами, и с удовольствием делились впечатлениями на камеру. Рассказывают историю города. Приятно послушать. Потому что наш город. Гордимся. Очень хорошая атмосфера, много веселья. Радует то, что день города, все радостные, счастливые. Вот, хотели поздравить всех бобруйчан с праздником. Пожелать счастья и процветания города. Ну, вообще Бобруйск – восторг. Мы приезжие, поэтому нам очень нравится. Очень нравится. Красивый, уютный. И праздник такой шикарный. Доброжелательные все. И все очень хорошо, и все старались. Заметно, что все отлично. Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.